Дорогие друзья, добро пожаловать в Домодедово, добро пожаловать в самое, что ни на есть, ближайшее Подмосковье. Это MLBet, первая лига, мы с вами на матче команд, которые пока не очень радуют своих болельщиков турнирным положением. Велес дома принимает Краснодар 2, молодую и достаточно амбициозную команду. Штрафной у нас здесь будет сейчас в исполнении Велеса. Подача на дальнюю мяч летит, Кабахидзе скидывает очень здорово. Дальше серия передач и 1-0, вот так вот Велес, вот так вот, так вот так. Великолепный розыгрыш, и это Евгений Макеев. По геометрии, по тому, как это все было сделано, это настоящее футбольное искусство. У Краснодара ситуация тоже нелегкая, пока атака Велеса. Вот может быть сейчас получится второй организовать, Штепа на месте. Удар какой классный, это со средней дистанции очень неплохо Дмитрий Прищепа пробивал. Вы сами понимаете, да? Не. Сергей Кузнецов. Да, воспитанник Динамо. К слову, здесь опасно. Вот такой полуудар, полупрострел, полушто это было от Ираклия Логуа. Добраться к чужим воротам достаточно непростой, но в целом, ох, неплохая скидка. Баранов здесь решать надо было, такой момент. И опять, обрати внимание, все в одно касание, быстро-быстро, скидка. Ну, тем не менее, момент неприятный. Подача в штрафную, и вот как это допустили? Как это допустили защитники Велеса? Сейчас Жилкин прощает просто-напросто московскую команду. Вот уж кого не ожидал я встретить в центре штрафной площади. Кахидзе важен, но здесь это все отходит на второй план. Момент, и забивать надо такое. Один на один выскакивали там футболисты Велеса. И еще может получиться Баранов, это высоко. Но вот как же так? Вот как же так? Как не забили-то в итоге, а? Вот, например, вот такие. Штрафной Саркисян, но Саркисян-то хороший, мяч выцарапал здорово. 1-0. Важнейшая победа для столичного Велеса.